Я иду с... Опа, угоночка. Говори, стой, Николай, господа, остановитесь и прижмитесь к обочине. Повторяю, говори, стой, Николай, господа, остановитесь, прижмитесь к обочине и заглушите двигатель. Все, начнется цирк, ребята, я уже чую это. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Стой, Николай, господа, Барбосон Пэтчик, ознакомьтесь. Можно ваши лицензии? А зачем вам мои лицензии? Потому что я могу проверять лицензии. И вы мне обязаны их предоставить. Это документы, мне нужны лицензии. Так, понял, сэр. Скажите, данный авто, данный авто ваш? Допустим. Допустим, да, допустим, нет ответа. Допустим, это и есть ответ. Ну хорошо, сейчас я проверю через бортовой компьютер, если окажется, что он в угоне, вас задержу. Ну, это выполняется работа. Ну что ж, поздравляю, Стой Николай, господи, добробоца, вас задержу за статью 10.67, значит, ознакомьтесь. Миранду не забудь зачитать. Так, где находятся ваши документики? Где ваш документ находится? Сейчас на документчик нажать. Нашел у человека документы, ознакомился, положил обратно щит на перчаточки и прохлопаю верхний листочек напротив. Да, пожалуйста, так, смешная. У вас есть статья, показал, статья, то лицензия на оружие есть у вас, скажите, пожалуйста. Так, достаньте пакет за 100 лет. Хорошо. А зачем ты его изъял, если так, у меня есть лицензия? Так, сейчас я достану эти пакеты, смогу человеку поставить пакет. Нет, стой, подожди, зачем ты изъял оружие, если у меня есть лицензия? Это оружие небольшого калибра, там 9 мм, так, сейчас я можно пользоваться для так, самообороны. Достану, ответь мне на вопрос, попросить. Ответь на вопрос мне, отыграй нормально, зачем ты изъял пистолет? Так. Просто так захотел? Так, заломал руку, человек привел с собой. Понимаю. Сейчас открою дверь автомобиля, посажу человека. Пистегон ремень, закрой дверь. Езжай, били сюда, ебись. Гандоны, они везде есть. Вы имеете право хранить молчание. Выключи нахуй свое радио. Все, что вы скажете, можете будет использовано против вас. Выключи нахуй радио. Радио выключи, блядь, и молча езжай, еблан. Он будет предоставить вам государство, ваш адвокат. Я тебя замучу. Да, я время это просто вы понимаете. Правом еще стоит 17.3, оскорбленный год сотрудника. Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, можете будет использовано против вас. Вы имеете право на один телефонный звонок. Также имеете право на адвоката. Если вы не можете обратиться к адвокату, будет предоставлен вам государство. Ваш адвокат может присутствовать. Да, время допроса, вы понимаете свои права? Обиженный попался. Так, что там по комментариям? Так, 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 на четвертом. Так, что там у нас дальше? Привет, тебе 4 корона. Привет, спасибо, спасибо огромное. Так, если что-то не замечаю, пацаны, скажите, а то у меня когда РП момент, я вообще по сторонам не смотрю. То есть смотрю, но в игре, чтобы меня не затолли. За подарочки благодарю. Благодарю огромное. Сейчас мне с этим чупа-чупсом надо помучиться. Да, ФДС. Сейчас скоро дверь автомобиля. Расстегну ремень безопасности. Вытащи человека из автомобиля. Так. Заломал руку человека. Слышу. Повел за собой. Скажите, сэр, вы хотите воспользоваться своими правами? Так, отпустил человек. Вы хотите воспользоваться своими правами, скажите?
Так, еще раз прошу и жду ответа 1 минуту. Сейчас у нас 12:07. Вы хотите воспользоваться своими правами? Он мне пишет, ты в муте, не старайся. Это его проблема, что он поставил меня в мут. Он все слышит, все видит. Почему не разрешают гулять? Иди гуляй, в чем проблема? Ладно, ты не с ним разговаривать, он сказал же, когда вы ехали, что он тебя замутит. И что это его проблема? Он не имеет права меня мутить. А, ну вообще в РПП всей семьи. Это что такое? Это РП процесс. Какой мут? Ты о чем? А, так я тебя запутал немного, ладно. Тут я при чем, блин? Да он тупой, он не знает процессуалки. Сажай его просто и все, тогда Так если он не сейчас отвечает. минута прошла и все. Подожду еще пару секунд, я уже все скажу ему. Продолжать официальные действия, пошел он в жопу. Он меня замучил, это вообще, это что за РП такое? Я не обязан ему ничего Откидывать на него писать. не будешь? Что? Откидывать? На Да, него не буду, будешь? потом. Так, ну что ж, сэр, минута прошла, ответа не поступило от вас. Так даже я продолжаю специальные действия. Сейчас я на перчатки прохлопаю еще раз верхний слайд против. Он меня мутит. Какой это что за РП момент? Достать зип пакет и взял патрон от гражданина. Так, и все. Значит так, сэр, вы были задержаны за статью 10.7, угон транспортного средства. Достал телефон, сделал фотографию. Почему его не... Блин, вот, все, красавчик. Заломал руку человека, повел за собой. Тупой. Он пишет, ты в муте. Это нормально так в жизни? Просто ловишь преступника. Он мне говорит. Не, я бы обрадовался, конечно, чтобы он не шумел. Так, сейчас скрою дверь КПЗ, послушай человека, закрой дверь. Отдыхай, мудень, блин. Арестовать игрока. 30 минут. Так, статья 10.7 УК. Ненормальный человек какой-то попался тебе. Отдыхай.